хорошие, приветствую вас на своем YouTube канале. Ну что, выходные дни, это значит, что пора ехать в лес. И вот мы в лесу. Сегодня, кстати, уже грибов мы нашли достойные. Достойные грибы нашли, хорошие. Вот. Они вот только-только в этом лесу начинают появляться. Вот, поэтому супер. Вообще супер прям. Ну, пока только час гуляем. Вот. Но сейчас покажу, что нашел. За час я считаю, что это прям вообще супер. Так, я, слушайте, иногда не буду поглядывать на камеру, потому что надо смотреть под ноги. Могут быть... Может быть живность тут лесная. Так, сейчас пойдем на солнце и посмотрим. Точнее, я вам покажу, что я собрал. Так. Сегодня цель, конечно, намного побольше собрать. Но за час, я считаю, это прям супер. Так. По сравнению с тем разом, что мы ездили, тогда вообще одна мелочевка какая-то была. Лисичек много было. А в этот раз прям, ребята... Вот, смотрите. Сейчас покажу. О, глядите. Так. Вот такие красненькие грибочки. Хорошенькие. Вот такие. Белый. Вот еще белый. Видите? Так. Это показал. Ну, вот красный тоже. Маховички. Так. Еще где-то, слушайте, у меня белый лежал. А, вот. Вот. Вот такой. И вот подберезовики. Короче, круто. Ну, там еще мелочевка лежит на засолку. Ну, брусники пока что-то не очень. Вот. Ну, не знаю. В общем, посмотрим. Ладно, ребята. Иду искать дальше грибы, потому что в этом месте я в тот раз нашел много подберезовиков. Вот. Надо пошукать. Сегодня ехали в лес, слушайте, вообще страшно стало, потому что было почему-то очень много туч. Думали, что ливень пойдет, прям вообще такие грозовые тучи. Хотя, когда выезжали из города, солнце светило. Вот. А сейчас что-то прям вообще погодка разгулялась, хорошо, тепло. Влажность уже вся такая сильная ушла. В общем, супер, ребята. Погода прям вообще кайф. Воздух такой тоже свежий, как в прошлый раз. Обалденно. Только вот грибов побольше хочется. А так хорошо. Очень хорошо. Всяко лучше, чем дома сидеть, правда? Ничего не делать. Лучше погулять по лесу, подышать воздухом. Сосновым воздухом. Слушайте, сейчас если найду растение... цветущие. Вот оно. Сейчас побольше кустик найду. Вот. Ребята, мне было интересно, что это за растение. Но я узнал. Оно называется верес. Вот оно такое вот. Ну, бывает очень много всяких разновидностей. Сейчас я вам поближе покажу. И расскажу, что это такое. Чем оно полезно. Так, ребята, вот этот верес. Вот он вот такой. Видите? Но здесь еще его не очень много. Здесь еще не очень много. Я нашел поляну, где прям, ребята, его уйма. Просто уйма. И он весь цветущий. В общем, пчелки собирают с него пыльцу, как обычно. Из него делают мед. Очень полезный. А также делают всякие разные настойки. Это очень полезно людям, которые страдают мочекаменной болезнью, с болезнями почек, а также подагра. Вот. Так что, ребята... Вот такое полезное растение растет в лесу. Называется верес. Вот, можете загуглить, посмотреть. Но здесь он еще маленький, маленький, маленький. А я видел сегодня прям, слушайте, ребята, прям ковер. Такой ковер огромный вообще. Но я еще читал, что его
Можно высаживать на рассаду, то есть также сначала семенами, ну то есть только земля должна быть, понятное дело, специальная, более такая торфяная, там что, грибы? Нет, листочки. Вот, трава должна быть специальная, ой, земля должна быть специальная, такая более торфянистая, песочная. Потому что в основном верес растет в таких сосновых лесах, как здесь. Вот. Также его семенами выращивают, потом высаживают. Он любит и тень, любит и солнце, смотря в зависимости от сорта. Ну вот, как-то так. Кто-то даже ради просто украшения его высаживает, потому что, ребята, если я найду более такую сочную, так скажем, полянку, я вам покажу, что все-таки верес бывает безумно красивый, пушистый и цветастый. Вот. Ладно, хватит разговаривать. Пойду я погуляю по лесу дальше, схожу на свое местечко, поищу там грибочков. Вот. Ну, естественно, когда домой приеду, я в общем сегодня хочу показать, что мы сегодня собрали, потому что в тот раз я забыл это сделать, потому что очень устали. Вот. Поэтому так. От города мы очень далеко находимся, очень далеко. Ну, мы ехали по платной дороге где-то час. Час, если сейчас не соврать, ехали мы час 10 где-то вот так. А если ехать по бесплатной дороге, по КАДу, по обычному, да, то получается где-то 2,5 часа. Вот, очень долго. Но ничего. Главное, что здесь воздух чистый. Грибы есть, ягоды есть. Не знаю, может, еще брусничку сегодня пособираем. Ну, посмотрим уже по силам. Вот, будем смотреть по силам. Ладно, побег я собирать грибы дальше. Вот и подберезовик. Сказал же, что надо сюда идти и все равно проверить. Оп. Но он, ребята, плохой. Он уже весь съеденный, весь уже. Ой, плохой. Так, плохих грибов мы не берем, берем только хорошие. Так, похоже на сыроежку. Сейчас посмотрим, что это. Да, сыроежка. Сыроежку берем, потому что на засолку очень хорошо. Вот. Так, хорошая, я посмотрел уже. Вот такая. Берем. Место преступления скрываем. Все, идем дальше. Пока ходил, он показывал красоты леса. Я гриб нашел. И второй. Ой, какой хороший. Ну, сейчас посмотрим. Так. А на суп с мясом пойдем. Ну, нормально. Сейчас второй посмотрим. Похоже, сюда просто никто не доходил. А вон еще третий. Ребят, смотрите. Режь, Саш. Значит, рядышком еще даже, да? Может быть, да, хотя не факт. Смотри, а этот хороший. Не съеденный. А этот вот, нож, смотри. Ну, ты сбоку-то отрежь и все. Ну, какой, ребятки. Ко всем сюда. Давай его сюда тоже. Нет. Саш, у тебя и так белых полно. Вот. Ладно,
Пойдем дальше красоту снимать. Ладно, вот так, ребят, представляете, шел, вам показывал красоту. Всякие вот эти вот ямки сзади, которые... И три белых стоят. Так. Я туда вниз пойду или поверху? Чё ты на меня так посмотрел? Грибы нашел? Вот там, кстати, вот молодой лесок, сухой очень. Там змеи могут быть. Вон там. А? Слушай, ты мне сам говоришь, что там змеи, потому что там сухо. Псих. Так. Слушайте, в тот раз хотел вам снять. Барман. Кто? Путин. Саша, блин. Где он? Вон на елке. Паук? Я хотел вам паука снять в тот раз, но не получилось. И в этот тоже. Где? На елке. О, какой. Смотрите, сидит. Видите? Шаволится. Паучок. А он сидел на паутине, но кто-то задел паутину. А я думал, то Лена, нет? Нет. Такой же? Да, большой. О, ребята, вам повезло. О, смотрите. У него там в паутине замотана какая-то мошка. И он сейчас ее, видимо, будет есть. Ну какой паук огромный. Вот. Ладно, тут уже люди ходят. Пошли мы дальше. Прошли по той полянке, слушайте. Нету больше грибочков там. Видимо, то, что дождей не было, все съели. Ой, все съели, да? Те, кто до нас их собрал. И еще не выросло. Вот. Так что пошли мы дальше. Какие елочки красивые. В общем, ребята, красота. Слушай, эта тропинка уже заросла, помнишь, она была песчаной вроде. Да? Там двое, там пошли. Люди. Ой, ребята, пахнет невероятно в лесу.